всей магии выезжает чувак, где-то примерно раз в полчаса. Прикольно, выезжает, заманивает, заезжает обратно. Нет, он уезжает. Ребята, пытался обстрелять дядечку на велосипеде, он уезжает. Он только что был. О, смотри, он смотри, закрывается окно. Вернись, дядечка. Ну в смысле? Привет, друзья, подписчики мои. Сегодня мы пойдем в музей магии, который находится прямо в центре Питера, на Невском. И вот получается вход. Погнали. Так, смотрите, можно купить фокусы. Это есть наборы маленькие, есть наборы сразу комплектами. Это клево, есть побольше, поменьше, есть просто карты. Может, карты себе купить? Волшебные коробочки. Школа фокусов. Вот это вообще, конечно, забавная штука. Смотрите, ребята, нашел Nimbus 2000. Наверное. Вот это классные штучки. Что это такое? А вот это что такое? Вот это палочки наших волшебников. У нас вот маги, и они колдуются. Они не для продажи, не для продажи. А летающие метлы? Ну, они как? Ну, я так и думал. Конечно, но... А, и после... Фотографу надо как-то домой. После работы, да? Конечно. Класс. Как круто. Мне нравится. Такой вот флаер на скидочку в кафе. Будем снимать все, протоколировать. Ребята, смотрите. Слушай, место правда интересное. Работает кондиционер, слава богу. Ну вот в этом месте. Я постою здесь. Самая актуальная тема кондиционера. Бар, меню. Я поднялся на третий этаж. Устал, хочу пить. Хочу какой-нибудь коктейль. Блин, смотри, как прикольно. Столы сделаны в виде карт. Это клеенка или что? Я не пойму. Круто. Кстати, тут знаете, что еще есть? Такая штука. Внимание. Так. Смотрите, какая классная штука. Ну, кстати, на камере не видно, но там якобы вниз. Но я не думаю, что там вниз. Там, получается, готовится у нас... Что ж, перед вами наследие Слизерина. Здесь добавлена буквально капля крови Василиска. Вам нужно хорошенько его перемешать. Так. Вы можете взять сейчас. Подожди, это я... Выпью кровь Василиска и стану Гарри Поттером? Ну, не совсем Гарри. А кем? Гермионой? Слизерин. Или Томом Реддлом я стану? Я не хочу быть Волан-де-Мортом. Вот этим вот, лысым, страшным. Хотя похож на меня скоро будет. Ладно, хорошенько. Ой, слушайте, а он прям был, короче, синий, а теперь стал какой-то как Кока-Кола, да? Ну, ближе. Он стал фиолетовым. Оценим. С самого низа перемешать. Хорошо. Что-то, да, кисло-горько-соленый какой-то. О, ну и гадость. Фу. Но прикольно. Нам пока разрешили зайти, поснимать. Тут, в общем, экскурсия и трюки. И там уже фокусник сидит, показывает фокусы людям. Не знаю, сколько можно будет это поснимать. Я даже не знаю, насколько вам это интересно будет, если я вам это покажу сейчас все. Потом вам с ним-то будет интересно прийти. Ну, наверное, да. Пойдемте сразу. К потрясающему человеку. Ребята, это же, знаете кто? Это же... Ой. Как-то он... А человек-то жутковато выглядит. Гарри Гудини проходит. Это не Гарри Гудини, какой-то странный, страшный мужик. Ребята, это же волшебник. С ТВ-3. Блин, я в детстве смотрел его передачи. Это было просто офигенно. Мне он очень заходил. Но, честно говоря, как будто какой-то музей... Музей этих самых фигур восковых. Но клевый чувак. Так, идем дальше. Здесь такие маленькие холодные горячие чтения. Ля. Как красиво. Смотрите, еще один Гарри Гудини. А, это Дэвид Копперфилд. Ну, какой-то он жутковатый, ребята, жутко. Ух, там вообще что-то творится, какая-то жесть. Так, это не знаю что. Ничего. Пойдем. Так, кролик шляпу тут люди прячут. Так, пойдем посмотрим еще. Ля, смотри, как прикольно сделано. Музей Мэджи. Нимбус 3000, ну это же здорово. Почувствую себя кроликом-ассистентом. А, можно в шляпу залезть, я понял. Текс. Слушай, ну достаточно большой музей. Короче, вход стоит 600 рублей.
500 рублей детский, 600 рублей взрослый. Плюс там магнитик дает на кассе при предъявлении флаера. Я считаю, что... Ой, шпаги есть какие-то. Я считаю, что... Ну, в общем, я вам все показал, ребята. Слушайте, вот это обалденная штука. Посмотрите, кажется, как будто там вода. На самом деле, можно туда зайти. И там вода только в стекле. Ну, вот тут только двойное стекло. Круто. Вот, сейчас покажет вам ребенок. Ладно, не будем никого снимать. Пойдем. Вау. А, получается, ну и все. Собственно. Это старые комплекты фокусов. Софтовые. Круто. Картинки. Круто. Ля. Какая-то барахолка. Здесь рядом, короче, есть барахолка. Вот это все оттуда, я думаю. А может, я могу... Ну, а снизу явно новое. Лучшие предметы, похищенные фокусниками у посетителей. Ага. Ладно. И вот такой бокс со шпагами еще есть. Нашел я. Ну, круто. Выглядит, конечно, все аутентично, на самом деле. Вот такие шпаги здесь. Прикольно. Смотрите, ребята, он включился, он заработал. А вы нажали на кнопку какую-то? А, ребята, мы кнопку сами не заметили. Ну, вот это интересно. Вот это магия. Вот это круто. Ай, тут еще цветы. Что-то я хожу, делаю не то. Здесь, оказывается, какие-то кнопки есть. Давайте поищем еще кнопок. Ребята, нам показали кнопки. Смотрите, мы не знали. Ля, ну это сразу в корне меняет дело. Я думаю, что так темно. Ну тут я могу, да. Пошло. Какие крутые. Только вам отсвечивает, конечно, я прошу прощения за это. Но, ребята, а что я сделаю такое? Может, поближе вот так вам показать? А, вот так покажу вам. Круто. А вот эти? Нет, все равно я... Видно отражение. Все нажимать. Чего я тут хожу, не нажимаю никуда? Ой. Ой, это какая-то... Что это такое? Какой-то сеанс. Тут что? Круто. Мы не знали, что есть кнопочки. Всякие фонарики. Зажглись. О, нас уже зовут на экскурсию. Погнали. Критический сеанс. В чем он и заключается? В специально оборудованной комнате вызовем с вами призраков. А что могу гарантировать? Кто зашел живыми, будет живыми. Кто зашел мертвыми, будет мертвыми. Ничего не поменяется. Это во-первых. Во-вторых, это отличный способ пощекотать себе нервишки, немножко получить адреналина и при этом выйти целыми и невредимыми. Шоу уникальное для Санкт-Петербурга. По сути, это реконструкция спиритического сеанса конца 19 века в нашем переосмыслении. Специально оборудованный кабинет, как я уже сказала ранее. Если переживаете, что вам будет страшно или вашим детям будет страшно, не переживайте. Если я вижу, что что-то пошло некомфортно, как-то стало не очень хорошо, то в конце я расскажу, что заинтересует. Можно подробности узнать у администратора. А сейчас спасибо вам большое за внимание и хорошего просмотра шоу «Легализм». Было бы что-нибудь не так, я бы тебе не дал. Если понравилось, можно поаплодировать. Нет. Сейчас я сделал несколько стопроцентных предсказаний. Кто в первом предсказании хочет участвовать, можно с места прямо. Кто с места хочет? Вы, да? Нет, сидите там на месте. Две карточки у меня есть, красная и синяя. Какая нравится? Давайте синяя. Синяя, хорошо. Я знал, что вам понравится именно синяя карта. Красная мне понравится. Это было первое предсказание. Это было с двумя картами. Сейчас усложню себе задачу. Возьму три карты. Кто игральные карты знает?
Кто знает карты? Кто не знает карт, что ли? Знаю. Давайте вы, да, тогда. Хорошо. Давайте, хорошо. У меня есть три карты. Девятка Буби, пиковый король и Джокер. Какая нравится карта? Девятка Буби. Девятка Буби, окей. Я заранее написал предсказание, которое положил в конверт. Посмотрите, внутри конверта больше ничего нет? Да. Ничего нет. Окей, это еще одно предсказание. Так, это было с тремя картами. Сейчас я усложню себе задачу, возьму 8 карт. 8 карт. Какая тебе карта нравится? 7 сердечки. 7 червей? Хорошо, 7 червей. Хорошо, положим семерочку вот сюда. Теперь я вам покажу, что у меня в этой стопке все карты имеют рубашки синего цвета. Ты сама выбрала семерку червей. Это одна единственная карта с рубашкой. Так, сейчас очень быстрое предсказание, кто-нибудь так руку вытяните вперед. Опять же вы, да? Давайте вы держите. Зажмите любое количество пальцев в кулачок, какое пожелаете. Сколько у вас пальцев осталось? 3. 3. Я знал, что останется именно 3 пальца. Кто мне в следующем предсказании поможет? Кто выйдет на сцену? Ладно. Ну, выходите. Давайте тогда, раз никто не хочет. Какой-то лучше, что внутри коробки? Что, извини. Логично, хороший ответ. Хорошо, что там может быть, ребят? Игрушка, может, монетка. Монетка. Кубики игральные. Игрушка из киберсюрприза. Колокольчик. Возможно. Шарик, да? Смотри, еще что угодно. Никто не угадал, здесь еще одна коробочка. Что внутри этой коробочки? Монетка. Монетка? Шарик. Нет, здесь играли кубики. Хорошо, смотрите. Маленькая коробочка сделана таким образом, что если положить туда кубик, вот видите, я денежку кладу, как бы они трёт, все равно останется единица. То есть какое число вы выберете, то и останется. Вы перевернуться не можем. Так, берите коробочку, возьмите кубик. Положите в коробочку и запомните цифру на верхней грани, никому не говорите. Есть, запомнили? Да. Закройте крышечкой. И давайте мне коробочку. Так, теперь скажите, как вы хотите, чтобы я положил маленькую коробочку, большую коробочку. Крышечкой вверх, либо крышечкой вниз? Вниз. Хорошо, пойдем. Ставим на стол. Так, теперь встаньте вот так немножко спиной. Когда я досчитаю до 3, вы на пальцах рук покажете число, которое у вас было. Хорошо? Готово? На счет 3. 1, 2, 3. Шестерка. Я немножко по-другому показал. Хорошо, да? Хорошо. Давайте проверим. Я буквально за секунду до вас сделал это предсказание. Да, действительно, шестерка. Ребят, у кого есть монета? Я вам покажу самое крутое исчезновение монеты в мире. Никто нигде вам больше такого исчезновения не покажет. Вы выбрали как музей магии. Есть монета? Ну, давайте. Она полностью навсегда исчезнет. Окей. Видно монету, ребят? Видно? Смотрите, пошла. Постепенно начинает исчезать монета. Бам! Монета полностью исчезла. Есть купюры? Купюра вернулась. Монета я сразу сказала, она исчезнет. Купюру верну, обещаю. Есть купюры, помните? Да. Я знаю, сейчас все с кредитками ходят. Есть, да? Вам подать или сами поведете? Давайте. 50 рублей, да? Да. 50 рублей. Хорошая купюра. Это ваши 50 рублей, не мои. Я сейчас их сверну пополам. Сверну еще раз пополам. Друзья, как вы думаете, во что, ну, в данном случае можно было бы превратить 50-рублевую купюру? 100 рублей. 100 рублей. Можно и 5. Можно. О, 5000. Я закатывала 5. Не-не-не, сидите, ладно. Я так и знал, 5000 сразу люди, давай. Ладно, хорошо, 5000 во что можно превратить? Знаете, я недавно выступал в Газпроме, мне ребята говорят, слушай, я вот должна вот-вот выйти 10-тысячная, пока не вышла, немножко голубоватого цвета, надо было 5000 оставить, да? Держите. Спасибо, да? Спасибо. Так. Ну что, понравился вам фокус с деньгами? Конечно. Знаете, есть такая старинная русская забава — деньги считать.
особенно чужие, да? Я вас научу сейчас правильно считать деньги. Смотрите, у меня есть 1, 2, 3, 4, 5, 6 тысяч. Я беру 1, 2, 3 тысячи, кладу в карман, перекладываю под низ, щелкаю один раз пальцем, у меня рука снова 1, 2, 3, 4, 5. Классный фокус, да? Да. Нафиг все фокусы, расскажи это, да? Я всегда фокус показываю один раз, только сегодня, только сейчас специально для вас. Смотрите, берем еще раз 1, 2, 3 тысячи, кладем в карман, перекладываем под низ, щелкаем один раз пальцем, у меня рука снова 1. Да, я бы здесь не стояла, если бы так все было, да? Вы поняли, в чем секрет? В волшебном щелчке. Но я щелкал один раз пальцем. Я себе возьму, интересно, да? 1, 2, 3 тысячи положу в карман, на купюру переложу под низ. 2 раза щелкну пальцем, у меня в руках уже будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 тысяч. Спасибо. Так, кто мне в следующем фокусе поможет? Ой, давай, выходи. Смотри, у меня есть монета, я специально взял большую монету, чтобы всем было видно. Я ее подбрасываю. Вот, хоп, казалось, это тут трубка, как где? Нет, она здесь. Давай еще раз. Я очень быстро перебрасываю. Казалось, это тут трубка? Да нет, она здесь, я же тебе показываю. Там еще раз очень видно. Нет, теперь здесь. Окей. Ладно, вот так руки сделаем. Давай, закрывай ладошки. Закрывай. Нет, вот так просто. Убирай руки за спину. Поменяй местоположение монеты, в итоге расставь монету в какой-то руке. Окей? Есть? Давай, руки вот так перед собой. Ну, ко мне повернись. Произведи, чтобы. Стой, прямо еще вниз. Какие большие кулаки, а. Серьезный момент. Знаете что? Я думаю, что мне понадобится моя волшебная палочка. Сейчас я буду искать монету. Ну-ка, давай попробуем. О, наверное, здесь открывай, давай. И опа, я тебя выбил. Извините, я не могу объяснить, как это работает. Да, кто знает карты? Игральные карты, кто знает? Только вы, походу, знаете игральника. Давайте, выходите, давайте фокус покажем с вами. Это кого на карту, да? Я уже как карту. Пишите ее так перед собой. Представьте себе, что рубашка становится желтой. То есть, как она пролетела, представьте себе, что она становится белой, как чистый лизмой, полностью исчезает. Так, если вы думаете, что это уже все, вы ошибаетесь. Здесь есть секретный зал 18+. Его я вам показать не могу по понятным причинам, потому что я могу вам показать максимум сейчас одну картину, а вы потом сами приезжайте, сами зайдите. Ну, ты следит за мной, посмотри, глаза. Ну, ты какой Волан-де-Морт, погнали. Конечно, Дамблдора не могу мне показать с Фениксом, но красавчик, ребята, зал 18+, просто пушка, но показать не могу. Как вы думаете, что здесь, в комментариях напишите. Вот здесь постою, ребят, запишу концовку. В общем, мне все понравилось. Экскурсия довольно плотненькая, интересная, веселая. Хорошие девушки на ресепшене, хорошие экскурсоводы. Фокусник, вот такой чувак. Все, дико, мне понравилось, ему понравилось. Короче, там фокусная программа, она еще дольше. Зал 18+, сами приедете, посмотрите. Ну и вообще, очень веселое место, прям центр Питера, то есть типа... Невский, вот где-то здесь музей магии. Вот, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ставьте лайк, всем пока-пока.